первая песня, она о расставании. О том, как близкие, иногда даже родные люди теряют друг друга, оставаясь при этом живыми и здоровыми. И наверняка каждый взрослый человек, который испытал подобное состояние, задавался вопросом, почему это происходит, и почему порой эти потери оказываются тяжелее, чем смерть физическая. Почему так мучительно трудно? Почему?